Не отшутка, да? А уникальная, что... уникальная тоже есть такая. Сейчас в Украину это, да, типа легко пробраться. Да. Ой, а кстати, а да, давайте вот за углом их встретим сейчас. Украина всегда была открыта для всех, по-моему. Не-не-не, про ковид тут эти все дискотеки. Что там, типа, никаких проблем особых нету. Аква-дискотеки. Ну, типа, у нас есть прививки. Да, не, ну типа что, через границу там перейти, это вообще, типа, за здрасте. Не диспарящийся, почти умер, хорош, подняли. Слышишь этот? Что? Кто там делал прививку? Как тебе вообще? Я делал полдня, первый раз сначала с первого дня поболел, типа, день после прививки. Второй, типа, вечер поболел. Там сайленс, я дал. Но поздно. Я даю трапу, побежали все туда на вход. Сейчас, рез и сбегу. А я смогу масфир мне дать? Я сейчас еще одну трапу ставлю, побежали дальше. Ну куда ты назад, дебил? Давай, стан откатился у тебя уже, нет? Иди его еще раз застанешь. Три секунды. Дон край дуде, быстрее беги к нам. Я внизу их застаню кого-нибудь. Я сдал на пол Донта. Давай, сделай сходь. Двоих остановил. Я тоже. Осколы там вот эти все ваши нажимайте. Да толку. Слушай, ну нормально работаем. Контратака, только нормально, рабочая все ситуация. Вперед. Все вперед! И все поумнее. Комменты друг друга. Вперед! По-моему, он подходит, ребят. Да, типа прям. Прям на развороте принимаем. Сейчас на ХГ поднимутся. Ему и релить надо. Этому пацану, да? Да, в натуре. Ой, глянь, какая красивая песня играет. Слушай, это Evanescence, да? Привет. Да, знаешь, это типа прям вот под эту песню эти комментарии прям идеальны. Работаем, ребят, аккуратно. Работаем. Планка, пошли. Вот. Идеально. Короче, я у него научился, уже на будущее понимаю, как надо и рылить, короче. Как отбежать от кара посуды по флангу? О, смотри, что тебе выпало. Слушай, а я уже 32 с меткостью полутал, мне, наверное, получится меткость. Ну, если я, смотря меткость, если хватает меткости, то да. Соки-то там, по-моему, один был. Два соки? Слушай, занит на всякий случай. Я распылил. Заните кто-то на всякий случай, а то, может, оно мне реально пригодится когда-нибудь. Мне, знаете, мне очень нравится, что он так в тайминге попадает. Мы подходим к бабе, он говорит, вот она. Типа, ну такое прям. Пиздец. Ой, блядь. Ради таких моментов я живу. Нихуя. Нихуя. О, у меня этот инфернал откатился. Давай. Кину его нахуй. И он побежал назад. Кстати, он нормально ебаш. Молодец. И все равно я выше тебя по ДПС. Тут главный моральный признак, ёпты. А все, у меня пет пропадает, что ли? У меня один инфернал, да, у меня все. Ну да. И чё, и ФМ делает? Главный моральный прессинг. Блядь, ну подчинение, кайфите кто-то там. Я дал стан. Я сдал трапу, побежали, пацаны. Я второй стан. По старой тактике. Даю масфер. А, бежим уже назад? Позови друга. Пускай за релит, друга, релит быстрее. Там у них это, что-то там, перерыв. Да. Я думаю, просто, ну, тормози. Не, он озвучил, что по чуть-чуть мы агрим этот такой. Не, а что-то инфернал такое себе. Хуй-то. Ну да, потом еще пэта перепризывать. Он мало дамажит. Ну, пока он еще жив, вот у меня. Насколько призывается? Кстати, здесь... мы стоим близко, у нас минус 50% этого магии. Да, плохо. Минут, вот все, он исчез вот сейчас. И заново пет призвать. Ооо, не, ну нахрен инфернал, надо убрать его отсюда. Как папа умеет, смотри. Как папа умеет. Так, подождите, давайте запулим в этот раз по-нормальному. Как вам идея? Я не знаю, мы тут поумираем сейчас. Все. А че мы поумираем? А, подожди, ГГ Снип диспалят. Потому что... Давай, вперёд, контратаку! Ладно, подождите, нет, давайте я зайду на паладина, не будем ебать маску. Шкаф. Всё, они здесь.
Я поставлю. А почему поумираем? Ну, ГГ снип без рейдфрейма, он не продиспелит нормально. А, точно, ну. Так я диспелил без рейдфреймов, абсолютно спокойно. Понял. Типа, ассист ставь себе через ассист, типа, когда он тебе, ну, кнопку сделай, слэш ассист, выкинь на панель на какой-нибудь хоткей, и все. Типа, накастует, нажал, диспелил, и обратно сфишнулся босса через стаб. Ну, типа, понятно, команда. Короче, ты тройное сальто на месте сделай, и всех продиспелишь. Типа так будет проще. Да ну в смысле? Да не, ну типа, блядь, понятно, но зачем нам усложнять сейчас себе жизнь, типа у нас, да, ну реально 1-2 он пахает где-то. Типа, а мне так... пофиг, типа, ну не получаю там 150 ОД и там может 3 дня какую-то. Ну ладно, ладно, я понял, спасибо, вы только что учились очень скилловый. Тем более, что я вообще должен идти паладином, типа это я захожу локом чисто, чтобы полутаться, так сказать, вашим пользуюсь добром. Нам поебать. Да я знаю, а мне нет. Главное, не забирай токены наши. А не, я токены я зайду на паладина, у идеального заберу. Донт, ты когда будешь делать нового персонажа, сделай его Донт Роздут. Донт что? Донт Роздут. А может, Роздандут? Плюс этот Донт, забери меня. А, шкаф надо поставить, наверное. Сейчас поставлю. Донт выйдут. Донт навердут. Донт дрич дут. Это лучше всего звучит. Дрич донт дут. Че, баф на кулаки? Кстати, смысл какой-то есть дрич донт дут? Нет, каспи давай. Да 8% нормальная. А королям уже там кричит, наверное, на что-то. У нас же вар есть. Окей, дам. Давайте побеждать уже босса, хочется очень сильно убить его. У меня месяц там еще. Ну бля, подожди, ну не торопись, дай мне сейчас я отопьюсь, выпью фласку и пойдем. Да давай! Да ладно! А че, у нас немного ли миликов будет? Много. Три. Ну да. Четыре. Плюсиком становитесь. Крестом. Плюсиком. Все, погнали. Ребят, ну что вы стоите? Слушайте, ну, что делать? Меня погнали. На меня масла нету. Команда РЛ была пулить, по-моему. Команда РЛ была пулить, говорят. Вот Рост зашел на одного босса. Понятно. Ой. Не я это начал, но я это закончил. Ну сука, да как так с третьего раза? Ебать там вакханалия какая-то, вот. Алямба. Назад. Рос прямо сбоку. Все, я здесь стою, Дон. Ой, ты там в плохом месте стоишь, я тебя не достаю. Я себя подхилю. Вы главное, блядь, тут фрейм стоял. Большой, сейчас один из миличников у нас умрет. А, так слушай, главхилл стоит в центре, Донт, я не могу к нему подойти. Я вообще не понимаю, как этот босс работает сейчас. Стрэндж, у миличников. Дай мне путь до пизды, это же коробочка. Когда уж каргера будет, блядь? Каргер заебись вообще. Москва, Воронеж, хуй догонишь! По-моему, можно это записывать. Я записываю, потом видос посмотрите. Да, стримок нормально. Походу даже вырезать надо будет. Да что, у тебя войс пишется? А? У тебя войс пишется? Да, пишется. Охуенно. Просто типа тактика на кражан 10, оп. Ну прям надо запоминать фразочки такие зачетные. Да. По флангу. Не, ну Москва, Воронеж, хуй догонишь, это типа прям известная фразочка, нет? Да не в этом дело, про другое просто. А по флангу что, неизвестное что ли? Это надо вот в рейдах применять вот это все. Да, бля, тоже охуенно. Не, ну по флангу она прям охуительно залетала, мы еще так и кайтили, и все, как будто, бля, реально рейлил, это пиздец. Зачем? Вот. Так, отдам бабл. Подхилим, ебать. Ох. Ну как, блядь, я не знаю.
Не врата, а боженька там стоит какой-то, блядь, я прям... Дон, это про тебя. По-моему, Королямба может пару шажков назад сделать, чтобы обезопасить всех. Давай, ну, да. Вроде бы не умирает. Я тоже об этом сначала думал. Ну, блин, ну, чё рисковать? Потом подумал, ну, будет смерть, так будет смерть. Ну, так хотя бы она будет оправдана, а по-другому, типа, ну, зачем? Чё-то с меня покаяние не диспелит. Потому что я здесь не за тем, брат. Да, чтобы ДПСить. Я священный огонь диспелю. И хилю вас, пока это. Ну слушай, нормально, ничего на лока не выпало. Ух ты! Главхил, бери себе на энха. Охуенно. Отказаться. Ну, кстати, выглядит страшный. А надо кому на опер? Да, на опер надо будет. Да, скажи, да, Розу. Не, ну мне точно надо. Да, да не, мне нужен хороший меч. И королям нужен топор. И Триня нужна. А, и Триня. Ну, давайте я за Рогу зайду, Триню возьму. Если давай, вдруг еще. Проходка есть? Ну, есть, конечно. Заходи, чё. Типа, раз на такое говно идем, почему бы и нет? Типа, вам мой хан не особо нужен. Ну, только давай уже. Так, на трэш, да. На нем, да, перед этим. Да, я на трэш пока здесь в ханте останусь. Ага. А чё они меня пьют, если я в стране? Все нормально, я уже это... Сды за тебя получаю. Там, кстати, неправильный стан у этих типов. Они какой-то его дают. Ну, типа, там какой-то не такой стан. Да они вообще какие-то, да, они какие-то сратые вот эти вот. Неправильные, по-моему. Гля, он меня душит. Столько набрал в игру. Типа, да с двух кнопок. Он нормально тут. Стой в клубе. Да я его каюсь, все нормально. Сейчас я в клубе стою. Почему у тебя этот автоповышение нету на этом персонаже Донт? Есть. А почему у меня не тот, не тот, не вот не с ассистом? А не знаю. Сейчас проверю тогда. Да, сейчас. Апа, оп, как я сбросил, а? И на обратно побежал. Это же профессионально все выверено. Слышишь, Шизука, а у тебя в Дестрике сколько меткости? И вообще, типа, как ты планируешь собирать в Т4 Дестрика? Ну, кроме капа хасты. А что, там кап хасты нужен? Ну, 800, да. Чего? Чего? Не, серьезно, типа, кап хасты, да, первым делом тебе нужно собрать будет дестрики. Да? Ну, в Т4, Т4. А вот потом, я уже думаю, типа, куда дальше, типа, может реально попробовать. Ну, там же, типа, у тебя один символ освобождается, и можно попробовать остальной шмот духовой себе запихнуть и играть через таб, или же можно поставить символ на беса. А это же все считать надо на калькуляторе, да? Ну да, надо считать все. А чё без? Ну там типа без апает урон символ беса. Ну там два варианта символов. Или так, я или бы, знаешь, символ беса. Вот ты любишь считать, но по итогу оно как бы в итоге принесет, ну я не знаю, ну допустим, ты взял, посчитал, и ты стал топовым, короче, в рекаунте номер один. Но по итогу-то в рейде столько ДПС не нужно. Да я играю, типа, по кайфу. Ну, нет, то есть мне нравится про считать это говорю. Все. Я чисто про то и говорю. Считаю. Их на офи таких людей называли математиками. Почему? Ну, так и запишу. А что плохого в этом? Стоп, подожди. Не, плохого так, ничего. Это плохо, это хорошо. Ну, это типа самые такие, самые задроты. Не, подожди. А по поводу переизбытка ДПСа в рейде, типа, я не пойму. Не переизбыток. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что если бы... Сказал, что он сказал. Если бы было, например... Невер задушил и ногой еще душит. Не, если бы было, например, задумано так изначально, игроками, да, допустим, что да вот 25 человек. Да подожди, что 25 человек в рейде. Ну, Невер, блядь, дать... не перебивай, что ты такой душный? Я хочу объяснить. Ну, вот если, да не, если бы Близы придумали, ну или просто разработчики придумали, чтобы вот каждый из 25 человек в рейде должен дать, допустим, десятку. И мы вот все такие даем пятерку. Рост такой математик, хуяк девятку дает. И был бы какой-то босс, в котором вот если десятки нет, а десятка это прям предел, вот прям просто предел. Не плюс, не минус, там не 12, не 9, не 8, а вот именно десятка. Это прям предел. Все масла, вся хуйня, просто все бафы,
сетап рейда там. И если бы был босс какой-то, с которого топовый лут падает, 2 шлема, 3 посоха там, блядь, и вот он требовал бы, чтобы десятка, вот тогда, тогда игра бы выглядела так, что она требовала бы, чтобы все в рейде были такими, как Рост Математик. Да-да-да, ну слушай, типа тут еще фишка в том, что есть боссы, которые требуют не только математики, но еще и этого. И чтобы ты математиком был во время рейда, да. Да-да-да. Ты мог посчитать типа, траектории, движения, типа там... поставить себе четко портал и прочитать. Да, 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 вот это вот мне больше нравится. То есть, ну, теория крафта, когда ты сидишь... Все то же самое, часть одного и того же. Это типа активная математика, типа, ну, типа топовые РЛ, они там на глаз, допустим, смотришь, там, как здоровье у босса тратится, и они говорят... Не, ну это уже не про розы, конечно. Давать геру или не давать, там, бэрить или не бэрить, вайпаться или нет. Ой, он всех агрит, пацаны, он всех агрит. Я на глаз вообще в целом. Это, смотрите, доводи их сразу прям по кругу, нахрен не стойте. Я свой ДПС по этому смотрю, сдвигается по лоскопу. В один таргет играйте, не сильно уешьте. Почему? Ну, больше в один таргет играйте, чем уешьте. Извини, я не буду уешить. Да, я сброшу агрозу. Я буду уешить, я не понял, почему надо не уешить. Не, да это тебя не касается, у тебя 200-200. Для того, что... О-о-о-о-о. Блять, Керону там отбегал. Потому что они вот эти вот штучки свои АОЕ кидают, и чтобы они их не кидали одновременно. Сон, диспел, диспел, сон, диспел, сон. Сон, диспел. А он у тебя какого цвета? А я че вижу, что ли? Я лок, у меня хилбот ничего не показывает. Алло, блять, какого цвета на тебе сон в дебафах? Я не смотрел, обычный. Ну и какого? Вот так. Обводка, иконочка, какого цвета? Я же не смотрел, все, у меня все диспелли. Синий, синий. Корочка, и корочка. Ну, синий, да, это приспел, наверное. Приспел, ну приспел. Это только прист может, ну. Ну и этот... Собака Локо. Какой Рос? Рос не на этом. Рос на Локе. Ну Африк может собакой. Да я понял, но это типа собаку. Кстати, я так и не понял. У меня почему-то в рекаунт не записывалось мои диспеллы с собакой. Не все рекаунты. Есть какие-то, они же разные есть. Там где-то, по-моему, не отображаются, да. И есть где-то, где отображаются. И, кстати, это со сталилома дебаф. Ну, вот этот удар его энергетический. Да нет, диспеллил. Он же в КД уходил из ука. Раз уходит в КД, значит диспеллил. Да, он диспеллится? Энергетический, да. Ну вот, значит, я его диспелил. Ну, он в КД уходил, но типа, я не знал, это он диспелился или нет. Да, это у нас там была сложная 25-ка, когда Оку приходилось диспелить. В дестрике, блядь. Да, можно, блядь, в рейде было где-то 6 паладинов. А зачем ты на Локе диспелил что-то? Потому что, блядь, иначе вайпались. Ну и ладно. Что ну и ладно? Мне пришлось после этого сделать ро. И, да. И собрать потом вечером свою. Прям, да. Ну и чё, все равно же пришлось? Ну да, ну блядь, я хотя бы попотел. Да, ну слушай, в кайф попотеть в рейде. Какой смысл, блядь, АФКш? Супер смысл. Это такой же кайф, как это, просто посидеть, посчитать. Вот как мы сегодня, блядь, что происходит? Зон там пошли в РБК, блядь, одно РБК, блядь, я заебался, как, блядь, после Ульдуара. Согласен. Да не, вот... РБК это совсем говно, дайте. Ну слушай, у нас там был просто хил такой интересный. Я на рогу захожу. Давай. Я ставлю. Стоп, не запускай пока. Ставлю. Поставил. Шкаф есть. Где рога? Почему нельзя выходить в меню выбора персонажа, блядь, вот с кнопочкой, как выход из игры? Наш новый караул идет. Полгода по уставу я живу. Далекий пост, короткий сон. Звонит на Чкару, телефон и полвера. Прохожу! А! Да! Рост, ты помнишь, что мы барда искали нам в группу? Слушай, ну это мне не подходит. Мне дрыщ как бард больше импонирует. У меня как будто дом Бурунов сидит. Сейчас, погоди. Все. Так, масло перемажьте, мы уже час. Ну, через 35 секунд. На, отыгрываем. Хотя я, правда, намазался раньше, чем нужно. Да это поздно, да, наоборот. Я уже второй раз мажусь. Не, я намазался рано. На. Ну где? Я захожу. Дорога. Ты не мог пораньше это сделать? В смысле, наоборот, чтобы чистить полезным суперсильным хантом. Сейчас я напишу АСДСПССПК. Вот.
Ука Неверлайн. Who is? Знак вопроса. Что это такое? А, Неверлайн 225. Ночная эльфийка. Сука. Ну давай, забивай, блядь! Да нечего сбивать. Всё, я заходим, готов. Заходим, заходим, заходим. Заходим, ага. Заходим. За, пробафайте Невера. Вот так отыгрывай. Оп, умный. Как же он мне нравится, какой молодец. Хуй там был, понятно? Понятно, понятно. Играл, блядь. В барке, блядь. Блядь, ну кого пошурил-то, Ну-ну. Так, это кто, Ромео Джульетта? Если Ромео Джульетта, вообще топ. Значит, я зашел туда, куда нужно. Но помните, не у всех любовных историй счастливый конец. Это значит, это Элли и город изумрудный. Волшебник страны Оз. Понял, ну да, чьи пути пересеклись по воле звезд. Да, да. Ну это да, про... это про бабушку. Ага, про дедушку. С репкой. Все нормально, блядь. Все нормально, блядь. Так, подождите, а там уже релит или еще нет? Он говорит нормально, это значит все. Нормально. Нормально, говорит. Все, взяли, взяли, пошли в атаку. Блядь, зачем ты дал Геру? Нормально, нормально. Сказал же, взяли, пошли в атаку. Вовремя. Сказали в атаку, Геру надо давать, все логично. Просто Тринку прожал и у меня. Да, да, да. И я тоже прожал. Ну у меня как-то. Блять, ну у меня тренька, блять, на хосту, дрыщ. У меня нормальная тренька. Ну везет тебе. Да мне еще и МК дают, как бы. Понимаю. Альфа, слушай, а что за дела? Может, вы друзья? Она мне дает. Только это когда Бьерн в Йоке вышел. Слушай, ну 8к ДПС я даю, смотри. Вообще охуенно. Вообще луки ебашит, да? Да пиздец, блять, что? Ой, блин, неадекватная, блять. Персонажу 3 дня, он, блядь, перегоняет ретрика, которого, блядь, я нянчился полгода, блядь, с ним. Угу. Я же говорю, я просто все говно, весь лут себе забрал, и все, и нормально стал забажить. Да то же самое, ну типа, блядь, ну реально, вот это, второй мой рейд. Первый был удар 25. А ты в десятку еще не ходил, что ли? Не, это в пизду, блядь, десятку, когда я 25-ка. Да надо этого, может, докачать наконец-то этого приста, за него взяться и твоего лока передамаживать. За него взяться и не начать дамажить, да. И передамаживать твоего лока. Блин, как Альфи меня перегоняет? Альфи, ну прекращай. А сейчас, сейчас упадет у меня ДПС, подожди. О, смотри, нет, вторая строчка. Так у нее 2Т4 есть. Она разрядила. У нее есть 2Т4, если что. Это все объясняет. А блин, неудачно получилось с Герой, типа, если бы не а это... Мы, а мы в кару Гера на оперу будем ходить или нет? Слушай, нет, конечно. Кстати, кара Гер, бля. Кого Триксы сдать? Кто крутой? Кому? В каре Гер, конечно, по паладинам поприятнее играть, потому что, блядь, Локи там получает звездов. Но ДПС все равно там нету паладина. Ну там нужны ауры паладиновские. Ну да, да, да. Но я же говорю, типа, паладин там полезнее. А чё, надо их обоих же, да, бить? Да, одновременно причем. Ну я бью Джулиану, пацаны, вы бейте кого-то другого. Хорошо, а то у меня уже агро там срывается. Я уже играю дома. А мне стан дали. Сама повесила на всех. Что это? Что это за стан, слышишь? Мощное притяжение. Что это за стан? Не знаю, ну не целовай, не целуйся больше с ней. Не целовайся. С кем? Так вы смотрели этот фильм-то новый с Райаном Рейнольдсом? Кто там? Там, бля, пиздато, мне понравился. Там типа, ну, чувак живет в своем мире, а оказывается, что его мир это, ну, просто созданный, и он просто NPC в городе, а там вокруг бегают люди, и, ну... А, ну это типа этот, Шоу Трумана? Ты Шоу Трумана. Ну ты же рассказываешь сюжет Шоу Трумана. Ну я не знаю, что такое Шоу Трумана, поэтому мне хочется. Как это ты не знаешь?
Ну, это типа ты сюжет только что рассказал. Типа челик, NPC в своем городе, типа вокруг него все постанова. А он там, типа, не знает об этом. Такой эксперимент на нем провели. Ну вот. И вот фильм такой. Да, ну да, это и есть фильм. Шоу Трумана называется. Нет, я такого не знаю фильма. Посмотри. Поймешь, да. Откуда видели эту идею. Здесь старенький причем фильмец. Блять, знаете что? Мне нужно, блядь, проклятие Рока куда-то вывести, блядь, на пол экрана. Я вообще его не нажимаю, блядь, забываюсь. Да, тут оно не успевает даже. Ну, в смысле, минута, тикает мне 5. Ну, у меня сейчас 21 секунда. А вообще, типа, прикинь, ну, проклятие Рока, оно типа 18к ДПС раз в этот. А что, это все или еще сейчас кого-то бить? Все. Короче, 18к ДПС раз в минуту, если дать его под проками. О, слушайте, это то, что мне было нужно. Забирай. Нет. Кстати, а нет. Один, а во второй. Но, возможно, пригодится. Башка. Была бы она с меткостью. Да, смотрите, какая прикольная башка. На еноте смотрится забавно. Мы умираем? Угу. Ну да. Да-да-да. Давай. А тут, кстати, на погибели надо диспелить, и у одного очень жестко будет диспелить, типа, престол. Да там мы в Эрдру просто спекнем. Спекнемся. Там, насколько я понял, дамаг, который по рейду идет, он именно от вот этих болезней, которые, ну, от магии, которые надо диспелить, проходит. Вообще я могу глянуть, типа, если мне ничего не нужно на этом, я могу зайти на паладина снова. Просто охуенно, блядь. Бьем босса, остается 1 600 000, у меня просто все зависает. И вот это... А нет, ботринки. Да, я видел, я... Ну, типа, меня разлагало под самый конец, типа, там, со урона, столько хп осталось. И, типа, там, просто стена урона вылетела. Такое ощущение, что у него прям рядом с микрофоном телефон лежит. Так и есть, это Never. А я, кстати, не сдох, я просто пробежал, и это, там кто-то передо мной сдох, а я выбежал, и на меня даже никто не сагнул. Ну, завыделись мобы просто, они, да. Когда бегут обратно на место, они не агрятся. Так, погибель. О, есть посох, посох, дух, скорость. Ну, два сокета. Посох. Я такой на дух взял. Левая рука крит хаст нужна кому-то? Рука крит нужна. Нет, у меня она есть уже. Я вот руку хочу и кинжал. Фейки, ну посмотрите, а смотри. Не, вообще, я бы посох нужна. Взял. Фейки нужна, скорее всего. Не, ну посох. А все равно вот будет лучше посох с критом, вот который с Валик, или с духом лучше, ну, на Лока. На Лока? Ну тебе лучше крит-хастовый. Крит-хастовый. Он, походу, нет, понятно, что он лучше, типа на Лока, потому что, ну, Лок, дух в целом норм, но в Т4 уже бесполезен. Ну, он мало. Типа, разве что. Бесполезен. Ну, разве что, я же говорю, целенаправленно его собирать, типа, и поставить символ вместо беса этот. Но там все Т4, они без духа, и в основном уже пошли шмотки без духа, поэтому духа у тебя будет не так много, и у тебя что, доспех скверны будет мало давать, что этот. Короче, что не считал ты вот оффхенд с этой, с погибели, и кинжал, который с чемпионов падает в десятки. Они я еще ничего не считал на Лока, ну, типа, даже не начинал. Так, я только одеваюсь с того, что падает. Типа, куда мне в бис одеваться, если у меня ни приора нету на нем, ничего. Я всегда так одеваюсь, если что. Ну вот, да, я так, типа, сейчас буду одеваться, там, потихоньку подбиваю, ну, все, что считаю можно. Ну, уже, что надо-то, мне же тоже надо знать, я-то и не собираюсь этим заниматься. Я посчитаю, потом тебе скину. Всем да, спасибо. Будет. Вот это просветление надо, блядь. Дрич передамажит, потому что я его научил дамажить. Как ты меня научил дамажить? Сказал, научил. Что пора поменять символ один. Ну и что, это не помогло тебе? Нет. А теперь всех ебешь. Да и я вот раньше больше давал ДПС на коне. Угу. В школе потом расскажешь. В какой, в когда, твоей? Когда этот... В пизду. Да, теперь еще плюс один лог просто будет у нас в рейдах. Все. Ну так зато теперь хотя бы один хороший будет. Кто? Гудлик? Да. Что там, Бьёрн ничего не говорил про льду? 25-ку.
А он сказал, что если я нарисую всем дохрена ЕП, то все будут ходить как миленькие. Да при чем тут за любой ЕП все будут ходить, ну типа за обычное стандартное. Да, как бы. Почему бы и нет? Больше есть как будто откуда-то есть. Да и потому что, блядь, там бисовые шмотки с тремя сокетами, с двумя сокетами. С какими еще тремя сокетами? Ну там этот что-то есть тремя сокетами. 39-й есть еще, но. О, футбол начинается? Футбол начинается. Наконец-то, давай, погнали. Священная. Гимн там что-то поет. А, этой нету лапки, хотя у меня есть. Никого нет про меня. Да, вот. Так, а мы куда будем? К двери убегать, Донт, или куда? Может, на месте будем стоять? Что, ты уже запустил? Да. Мы уже бьем. Я не был готов. Геро. Геро. Ну пипец, мертвый. Да блядь. В смысле, а у меня Геро еще когда? У меня когда Геро? Потому что... А ты не умер, потому что... А, вот бля, тебе... сорян, ребят. Это, ну, наверное, мой слог, да. А там кто-то стоит в луже. Кто? Ты. А, выйди с лужи. Нужен тримор. А зачем ты в луже стоишь? Ну потому что, бля, если я начну бегать, где... А, кстати, а что с погибелью? Почему по ней сниженный ДПС? Почему сниженный? Нормальный ДПС. Ну что, это 4800 под бурстами, под герой? Да. Какой гер? Нет, не гера. А что, у тебя гера увеличивает урон? Конечно. А, ты общий свой урон говоришь? Ну да. Понятно. А я думал, просто тычку у тебя 4-4 прилетела. Нужен тримор. Спасибо. Не, серьезно, по погибели какой-то идет сопрот чего-то? Есть инфа от того, кто шарит? Может, по драконам меньше магии прилетает. Ой, ну, блядь, ты... пиздец нам всем. Не, ну да, задуло. Сова у нас это не дает магический. А, слушайте, урон. Все, сдиспельте с меня этот. ГГ снип, магию сдиспель с со всех. Все, я понял. Не, вот сейчас запускал хила. Все, я проклятие стихии накинул еще. Так, а у нас сова есть? Нет, у нас совы. А, да, дрыщ, все, ты прав. Я забыл, я завтычу. И плюс на мне висел этот отвлекающий удар, который меткость 30% режет. Да я повесил, пофиг. Не, я за то, что не диспелил, челик. А у меня сейчас тоже что-то висит. Сейчас свой не диспел. А ты вешаешь, нет, или я вешаю стихи? Ну, на 5 минут ты ж повесил. Да, все, я повесил. Все, ну, быть долго это погибель, конечно. Угу. Она и в этом-то на X2 была долгой. А в Хэме она еще и душная. У нее Хэме она пиздатая. Хэм прям вообще охуенная. Ну в Хэме все боссы охуенные, но погибель еще и душная. Ну не все. Не все. Заберите, закончимся. Тотемы, давайте. Побежали к дверям. Дрыщ, у тебя бес живой? Да. Везет. А у тебя сдох? Кстати, правда, он же, по-моему, тут дохнет. Иди сюда, бес. Не знаю, где ты. Ты же даешь станы в этих мелких? Один раз вначале что-то дал, больше не давал. А шо? Да смотри, что он вообще делает. Ты просто ровно по дорожке поведи, и потом... Да ты, блядь, чё, ты издеваешься, что ли, по дорожке поведи? Ты же, блядь, пропит, ебанутая. Всё время нас так танчил её, да? Я в прошлый раз так же танчил, да. Я просто делаю шаг, она перепрыгивает, типа, с одного края на другой. Ну да, эти починили, блядь, как они называются. Геодата. Да, это геодата крутая.
Зато заебись работает. Ну ты видел, как она приземлялась, типа, когда я только вызвал, в воздухе висела 3 секунды просто. Ну хоть мобов снизу не приводит, на том спасибо. Ну это да. Как в деле. Согласен. А то она из этого купола прям приводила мобов. Блять, все-таки страх поймал. Че там комментатор сказал? Долг России или что? Да я не знаю, сейчас мы всосем с проглотом, по-моему, против Хорватии. Да сука, ты там уже, у нас. Хорватия пара. Это ж футбольная столица Европы, да? Ну я настолько после, глубоко. После всех остальных футбольных столиц. Ну вроде как Европа, она. Да. Толян, есть такое, что Хорватия столица Европы по футболу? Нет такого понятия. Скажи ему, что есть. Есть, говорят. После Испании и разной другой хуйни Хорватия идет. Хорватия топ-1, да, после всех остальных, которые лучше нее. Топ-1 после топ-5, которые. Ну, типа, те топ-5, они мировые, поэтому они не считаются в общем списке. А мы надо поставить? Давай на хорватов поставим. Равно же мы прострем по-любому. Вообще ни разу не верю. Да ну раз. Кстати, здесь заслон от тьмы помогает, да? Здесь она тьмой лупит? Ну, когда взлетает. У меня опять сдох. А, слушай, надо походу служи его выводить. Не, ладно, нормально, прохилили. Да, заслон прожми, дрыщ. То же самое, что вы там стоите, бетов вызываете? Я не вызываю никого, я что-то просто... Я вызвал, а что такого-то? Да ничего, я думал, что... Короче, я не знаю механику, нормально. Да я тоже не понимаю эту механику. Вылетают петы и по тебе лупасят сверху, все. Они летят в рандомную цель, поэтому стакаются перед танком. Когда полетела первая, а все полетят туда же, в одну точку. Нет, значит просто прокнуло. Трыш, да, ты заслон прожимал? Нет. Диспель угли. ГГ-снип, со всех диспель магия. Давай. Нет, а чё? Меня на перифазе все время обгоняет пюреха. Да бля, потому что он кливает хорошо, а ты по это вызываешь. Он Джон Холик. Там чем больше крита, тем больше клива. Плюс тот, который там. Он во фростаборде спеклся, нет? Он ледяной удар. Не ледяной удар, да. Фрост. Как он может быть Холик? Тогда да. Ну это не важно, просто ДК хорошо кливает во всех спеках, да? Ну вообще да, на самом деле. Не, Блад не кливает. Ну потом в Т5. В смысле Блад в Т5 пиздец как кливает. Т5. Там жатва. Там какая-то волна у него появляется такая, которая все бьет. Ну да, типа конусом. Ну короче, я стою в луже, проверяю, вот Пэт лутает по 100 урона. Это вообще много или мало, блять? Это мало. Ну вот да, я его прохиливаю связкой. Я тестирую. Идеальный прохилер. Я не слака, я тестирую. Да, нет, я проверяю, типа, чего мне тогда пет сдох. А дыхание. Это... Он зашел под морду, и когда она дышит вот этой вот штукой. Куда зашел, Донт? Он стоит сзади меня. Нахрена он под морду пошел, он что, по-твоему, тупой, что ли? Ой, кто его знает. Ты мою собаку не видел. Нет, я не лутал фир. Он вот здесь, когда возле купола стоит, он начинает бегать, как придурочный. Плюс фир. Не забывай, что он фире быстрее бегает. И позиционку любую занимает, какая ему нравится. Фу, такие теоретики, конечно, хуёвые. Понял. Да, понятно, почему они не дамажат. Давайте, сейчас кольчужный чест падает. Да еще 7 лямов. Это как стандартный босс в каре, 7 лямов.
Ну, вообще, у нас, конечно, маловато ДПСа почему-то. А, я потому что уже не это... У меня закончилось. Проклятие стихии, я его не перевешивал. Стакнулись к Донту. Все, отбежали. В угол забуритесь сюда вот. У меня сдох Пет только что как-то, я провтыкал мне в телефон. Я о том же, да, я смотрю, типа, а нет, от чего-то дох, понятно. Давай Берни, Париста. Порвы с мразью на, блядь, из своих мотоциклов ебучих, блядь, под окнами катаются. Приз со всех магии с диспель там на ком есть, если видишь на ком. Кстати, факин Мэтт чуть не сдох, а Незыбку в КД. С чего он чуть не сдох, кстати? Его задуло, она стоит непонятно как. Клип еще 1020, наверное. Или 15. Рассекающего босса. Куда ты, Ферри, бежишь, друг? Куда ты бежишь, Ферри? Отстань. Блядь, я, конечно, видно, что неопытный лог, блядь, у меня стоял сзади портал, я специально для этих случаев ставил, все равно отбегал вместо портала. Вот тут Донт нас зажал, типа, она нас сейчас фернет даже под стенкой. А стан это чей, блин, не помню. Мерзкий босс. Админы ходили. Ой. Блин, вот бы у Лока мана не кончалась. Угу. Не то, что прям сильно напряжно тапаться, ну типа прям вот в какой-то момент я еще не привык к этому, короче. Все, мана закончилась, уже даже не буду резать. О боже, да неужели он выпал? Нормально. ГЦ. Где мой? Мне кожаный не нравится. Дальше совета. Ну да, у нас вроде нормально этот ДПС. 58% крита. Бля, этого Донт, не оставляй тут. Сейчас стакнемся все вместе. Ну да, Донт вроде за ним ходил. Угу. Нет, и ноги, а нет, ноги есть. Плечо еще нужно будет сильно. Пошли. Ну сейчас там вон, там лок идет, там воет у нас. Короче, ладно. А как я прошел? А ну пройти можно, кстати. Да, бля, можно то пройти, но это не нужно делать. Потому что не все могут. Не только лишь все. У меня с собакой происходит, смотри, как паралично летает туда-сюда. Сделай себе лока. Блять, я призрака сагрил. Это... Блять, и знаете, вот у меня уже было точно такое же, на X2, у меня был лок и паладин, блять, и там же лок, блять, меньшего гира давал больше ДПСа, чем, блять, паладин у меня бисовый.
с шрамом, блядь. Я тут в замедлении бегаю, ребят. Сорян, что вы умираете? Я далеко. Ой, вагон. Я не знаю, я бежал сзади, я не знаю. Я отойду на немножко. Давай. Сколько, на сколько? До конца рейда. За идеальным привязался. Ты выбрал идеальную цель для привязки. Я там еще веду одного. Дом, ты сам у тебя? Я пытаюсь, мне скликнул два раза. Одному Сава дал, в другого таун кинул. А моб так и остался на войде. Вообще тяжко. Они как маги дают, я просаживаюсь. Бля, когда уешь, вообще сажусь по мане жутко. А, ну да, по 2000 маны стоит огненный ливень, я его еще отменяю, чтобы станы давать. И стан, косарь ман. А че лук такой дорогой по мане? Не, остальные спулы нормально, только у Ешки у него супер дорогие. Нужно, наверное, винту засакетиться. А у Ешки на самом деле у всех дорогие, у магов тоже. И у ханта трапа стоит косарь с лишним. Мы справились. Поставьте шкаф, суманем королям бог. Вот шкаф. Точно, на демона винту? Слушай, не уверен. Он типа советовал, потому что он гений, или потому что, ну, типа, он как-то высчитал. А, понял. Потому что там демона нужно в хосту сакетить. Типа, чтобы дамажить, и в СПД, чтобы, типа.